Всем привет! Решил купить мясные консервы «Конина тушеная». Раньше никогда не покупал такие консервы, вот решил взять на пробу. Хороший состав: конина, лук, соль, лавровый лист, перец. Никаких посторонних добавок. Консервы производятся в соответствии с ГОСТом. Данную банку консервов я купил в магазине за 119 рублей. Насколько я знаю, конина для большинства людей является довольно-таки экзотическим видом мяса, но для некоторых народов употребление ее в пище является обычным делом. В частности, конина пользуется большой популярностью в таких республиках, как Бурятия, Башкирия и Татарстан. Приступим к дегустации. В банке оказалось довольно-таки много полупрозрачного жира. Он мягкий, что говорит о том, что жир действительно используется конский. Конские жиры легкоплавкие, в отличие от говяжьего. На вкус ничего сверхъестественного, похоже на обычную говяжью тушенку. В целом, хорошие консервы, рекомендую к покупке.